Понимаешь, мне не 18, мне 15. Спросите хоть у кого-нибудь, хотел бы ты, чтобы твой сын вырос пидорасом? Никто бы не хотел. Пришел к Филиппу в гости, значит, хотел с ним серьезных отношений. Обратите внимание, он не считал себя хоть в чем-то виноватым. Года, то есть он просто пидор. Конечно, он не гей, как он говорит, потому что у него нет дорогой машины, дачи на Рублевке и счета в швейцарском банке. Он просто пидор, но очень уверенный в том, что ничего незаконного не делает. Какой кошмар, голубая угроза, всех мужиков трахнут. Ну, это его личное дело, меня он не трогает, ну и ладно. А вот и нет. Ну, что теперь? Ну, пусть это его личное дело, никого не касается. Ну, это он сам, это его здоровье, он же себя губит, правильно? Ну, какое мы право имеем его судить? Все нормально. Гомосек, ну, это его право, но это же его личный выбор. То есть, по сути дела, нам просто наплевать на людей. Это проистекает исключительно из равнодушия и наплевательства. Никто бы не хотел. Никто бы не хотел. Тоже нет. Но из-за нашего равнодушия, это все распространяется. То есть, единственное, что я могу пожелать вам, не будьте равнодушными. У людей горе. Надо им помогать. До новых встреч.